Здравия желаю. Я хочу остановиться поподробнее, как получше сделать папку. Вот смотрите, вот в папку, для папки можно добавить вот такой компонент. Что он означает? Что под ней будет, сейчас я раскрою, вот тут, не перечнем, вот так вот, сколько у вас вложено там. А если на нее нажать, то он раскрывается, как видно сразу побольше, что тут в папке есть. Нужно смотреть, что не нужно. Вот, хочу заметить, видите, не раскрытое, нет превью. Это значит, YouTube не удалил чей-то ролик. Видимо, он был не первообладатель, не от первообладателя. Но сомнение. А раз сомнение, значит, он не будет показывать превью. Его можно посмотреть только если кликнуть. Вот тогда он покажет. Вот. Остальные превьюшки, вот, пожалуйста. Но опять же, чтобы посмотреть ролик, опять же, нужно на него кликнуть. Тогда он в полном объеме все это покажет. Из этого квадрата мы выбираем папку, фолдер. Назовем, опишем. И вот, там, где вот это вот около камеры, раскрываем и добавляем компонент. Какой компонент? Ищем это дерево. Ну вот же оно. Вот, добавить. Потому что если другие, оно немножко по-другому внутри структурится будет. Вот, это уже хорошо. Теперь. Вот, и в этот самый момент хорошо бы изменить вот здесь название. Кликаем на текст. Не нравится мне вот этот, потому что мы пишем какой-то другой. Сохраняем. Вот у вас отобразится. Сейчас посмотрим. Давайте сохранить. Вот. Здесь ваше название. Здесь может маленькое описание. Можно не писать. Вот видите, у меня ничего не написано. Зачем? Как бы мне не надо. Это просто для примера. Но здесь тоже можно ничего не писать. Но я, потому что на двух языках как бы постепенно перехожу на русский совсем. Я все оставила наукой, допустим, вот так. Так, дальше быстренько. Теперь в этот фолдер будем класть фотографии там или что. Открываем здесь. Добавить страницу. Называем. Вот сам вот, и ролик я буду добавлять. Вот, ну, о чем там? Ну, немножко что-нибудь там, ля-ля-ля-ля. Вот. Либо фотографию там откуда, или с вашего этого компьютера. Я не хочу фотографию, я хочу ролик. Нажимаю. Вот. Ролик у меня вот тут есть. Заготовка. Поделиться. Если мы нажмем скопировать ссылку, то этот ролик начнется с самого начала. А нам не надо, например. Мне надо, например, вот с этой минуты. Останови ролик там, где тебе нужно поделиться. И здесь галочку поставить. Начнется он с такой-то минуты, с один. Копирую эту ссылку. Перехожу сюда. И вот где добавить эту ссылку. Добавляю. Вот он, да. Получился.
Так, сейчас еще посмотрим. Описание сделали, название сделали, если хотите. Не хотите, так не хотите тогда. И сохранить страницу. Сохранили. Вот. Не показывает превью, значит, тоже что-то засомневался, но там он обязательно покажет. Наверное. Да. Вот. Вернемся. Обновим страницу, чтобы... Вот. И дальше. Добавляем точно так же. Добавить страницу. Там выбираем либо фотографию, либо что. Вот так вот и получится. Очень даже красиво. Все.